Эйшан! Эйшан! За сестру. Ничто не помешает мне тебя убить. Зачем ты показываешь мне эту фотографию? Ты просила помощи. Я помогаю. Можно я расскажу тебе одну историю, а потом стреляй? Как ни старайся, я убью тебя. Жил-был юноша. У него была семья, друзья. Хватит. Однажды в его жизни появилась красивая девушка. Юноша полюбил ее. А девушка... Хочешь, закончи эту фразу сама. Любила ли девушка его? Не может быть. Но это невозможно. Не может быть. Ты касалась Эзеля. Целовала его. Это было похоже на... О, Боже. Он так напоминал мне Омера. Ты раньше всех поняла, кто такой Эзель. С первой же встречи, увидев его в казино, я поняла, что это Омер. Что-то подсказывало мне, что Омер вернулся. Всего на миг, но я догадалась, потому что тосковала сильнее всех и хотела вернуть его. Больше всего на свете. Больше всего. Эйшан. Омер пришел, он вернулся. Омер, вот что он пытался сказать. Вот почему не мог. Вот что он хотел сказать. Слава Богу, Омер вернулся. Омер вернулся. Вернулся. Но возненавидев тебя, вначале он о тебе выяснил все, разузнал о твоих слабостях, потом начал действовать. Начал мстить. Вначале вывел из игры Али, потом забрал все ваши деньги. Сказал, что построит отель. Ты же поняла, что отеля нет. Это афера. Он 4 года вынашивал этот план. Какой план? Он решил обойтись с вами так же, как вы с ним. Например, посадить Джингиза. Гениальная идея. Жестокая, но гениальная. А потом он сделал то, о чем мечтал столько лет. Нет, это слишком. Поговорим потом. Что? Настоящая месть. Трудно говорить о таком, Эйшан. Почему вы так обошлись с Омером? Из-за кого это произошло? Нет. Нет. Бахар? Нет. Разве Омер умер не для того, чтобы Бахар жила? Желая мести, Эзель мечтал, чтобы все стало наоборот. Чтобы все ваши старания оказались напрасны. Омер нет.
Я же видела. Он был там. Я видела, как он убит горем. И ты поверила? Правда? Он тебе и в любви объяснялся. Ты и этому верила? Разве смерть Бахар не месть за Омера? Разве не так? Да. Я поняла. Да. Да. Новые игроки. Один из них – боец. Он никого не слушается. У него есть вредная привычка. Он сражается так, как будто добивается прощения. Поэтому он встает всякий раз, когда падает. Один из них – жулик. Мошенник. Его легко купить. Но у него дурной характер. Купи его, и однажды он продаст даже тебя. Еще один. Воспитанник дядюшки Ремиза, его ученик. Он сам не знает, кто же он. Мы пройдем мимо него и придем к старому другу. Это просто. Новые игроки, новая игра. Но настоящий соперник прежний. Очень старый.